спортшколе «Олимпиец» необычный гость – азербайджанский богатырь Нурадин Бейлаганлы. Он уже бывал здесь недели ранее, встречался с ребятами, обещал вернуться и не только поговорить о рекордах, но и показать несколько эффектных номеров. Давай, Свои уникальные способности гость демонстрирует неспроста. Таким образом, он старается привлечь ребят к здоровому образу жизни. За его плечами уже не один десяток городов России. Везде его очень тепло встречают. Я показываю очень интересные трюки. Это всем нравится. И, видимо, поэтому вокруг меня всегда много детей и большая публика. Вот еще одна из его невероятных способностей. На железную арматуру надевают 10 гирь. Каждая из них весит по 32 килограмма. Собравшись с духом, Нурадин поднимает их зубами. Никаких репетиций. Человека вижу впервые. Прямо здесь, сейчас, импровизация. Все круто, все здорово, замечательное настроение. Я большой поклон этому человеку. Я очень была удивлена этому, что так человек может поднять зубами. Мне понравилось вообще. Нурадин известен миру как человек-локомотив. Главные его рекорды связаны с передвижением техники. Он привязывает грузовики и даже самолеты к своим волосам и тащит за собой несколько метров. Продемонстрировать это в чечеульской спортшколе, конечно, не удалось. Однако и трюки с гвоздями, стеклом и гирями ребятам запомнятся надолго. Это дети все были обучающиеся спортивной школы. Выступление показательное было специально настроено на них, чтобы привлечь интерес к занятиям физической культурой и спортом. Подтолкнуть к тренировочным занятиям. На этом путешествие Нурадина не заканчивается. В ближайшее время он намерен посетить еще несколько городов России, а потом отправиться в турне по странам бывшего СНГ. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Новости.